успокойся. Он тебе ничего не обещал. Как только он найдет квартиру, сразу же съедет. Ты к Сереже сильно не привыкай, чтобы потом больно не было. Пойдешь со мной на Врусине? Форма одежды парадная. Ты в порядке? Да. Васильич звонил. Сказал, что квартира готова, можно переезжать хоть завтра. Постараюсь как можно быстрее тебя съехать. Меня же здесь больше ничего не держит.